Так, секунду, секунду. Доброго времени суток. Я покажу свое соло выживание. Ну, приятели не хотят захватить, поэтому это не сервер. Здесь у меня большая березовая роща, искусственно выращенный загон со свинками, крупный довольно-таки загон с овцами, с коровами. Здесь, помимо природной генерации, тут чуть-чуть было такого этого дома, соседа сделал свои фермы, построил вот этот дом, жителей запер, чтобы их, если что, не сожрали зомби, потому что я что-то все-таки не захотел строить стену. Здесь была базовая генерация загон овец, я перекрасил в розовый, вот, сделал загон коричневых овец, здесь дома, поставил там верстаки, здесь немножко сделал фермы, тростник, разные мои еще фермы, церковь, дом, говорю, я построил, дом я построил, еще второй этаж будет, мое скромное жилище, там посадил акации ближе к воде, мой вход в шахту, и вот тут еще на самом деле работы. Непочатый край, целая куча. Сейчас я быстренько себе чуть-чуть наберу левела. Поторгую с мистером палочником. Наверное, себе скрафчу кирку хорошую. И пойду, наконец, в ад. Давно уже собирался. Сделал себе как раз обсидиан в прошлый раз. И вот сейчас пора бы. Мне там нужно хотя бы кварц, чтобы сделать наблюдатель и автоматические фермы. Тогда что, левел? По-моему, 28-й мне требуется на то, чтобы сделать себе кирочку нормальную. На наковальне совместить эти две. Мелодия. Сейчас да распродам коллекцию палок 2023. Ох, я, к сожалению, не придумал, как бы поставить портал, чтобы мне он прям нравился, чтобы красиво выглядело. Ну давай. Так. Фортунка. С нулевым левелом я сейчас пойду в ад со своей лучшей киркой, к сожалению. А ладно, в лаве сожгу, это не проблема. Так, мне нужен золотой элемент одежды, иначе меня будут постоянно пиглины атаковать. Вот хотел уже сейчас пойти в ад, но... У меня нету ни одного не горящего, но я зачарю себе сапог. К сожалению, сейчас придется, значит, по-быстрому еще левелы набрать. Потому что я хочу подпойти с золотым элементом брони, иначе меня будут просто
Пиглины заклебут. Четыре. Блин, я бы не отказался от Protection 4. Сколько мне интересно левел гриндить? Так, портал бат у меня будет. Красотища. Ох, сейчас подрублю себе что-нибудь. Это. Иначе я просто заколебусь сейчас набирать 30 левел, чтобы зачарить все сапожки. Самый простой левел, наверное, такой способ гринда и изумрудов и левела — это продавать палки. Ну, своих животных еще сейчас пойду размножу, они тоже много экспы приносят, особенно курятник. Вырываются, наверное, из моего загона эти ребята. Я думаю, здесь не было столько диких куриц, они скорее поубегали. Кстати, вот эти вот дружелюбные существа реально очень громко орут, их надо реально чуть потише сделать. И что-то еще хотел. Ладно, у вражеских существ пусть громко орут, потому что их надо обнаруживать. Это вначале быстро растет, я буквально того несколько куриц там слил. А, ну я еще размножать их начал, все сразу. Левел 3. Блин, один не хапает.
уже 12 левел. Давайте вперед, курочки, 30 левел за горами. Ну где там мой 30-й левел? Скорочный бит одновременно какими-то местами очень доставучий, при этом какими-то, в принципе, плюс-минус цепляет. Ну, наверное, я его переключу просто на следующий, а потом, если будет все плохо, то... Урожаю вроде как немерено, я его и так недавно собирал. Нет, другой плейлист слушать.
Музыка так тихо включена. На самом деле я ее не выкручивал, но почему-то она громко идет в сторону. Резко прерывается, а эта концовка странная немножко, ну ладно. Конь стоит просто чилит под деревом. Не знаю, восточные мотивы. Арабский восток. Блин, надо же еще кто будет собраться с силами и сделать себе большую библиотеку, чтобы у меня там спавнились библиотекари, и надо, сейчас, секунду, и надо выбивать себе книжку на Мэнден, то есть на починочку, секунду, хочу кое-что. Так. Купите мои палки. Палки за изумруды, ребят. Палки за изумруды. Блин, 20-й левел. Нужен 30-й. Сейчас курятник еще скажу.
Блин, я себе уже в доме скоро комнату целую смогу построить из изумрудов. А, у них сейчас дневное время, они все пошли на площадь встречаться, общаться. Опа, 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 романтика. Блин, я вам всем уже продал. Ну ладно, 1,5 стака изумрудов, логично. Пойду сейчас экспо на курах под набивать. Опа! А молодой. Молодого не буду трогать. Молодой без желез. Изумруды уже некуда складывать. Опа. Оп. Здесь пока полежит. Они точно здесь переполнены, они иногда, видимо, текстура багует, они просто выпадают. Это не так их много, тут как может показаться на первый взгляд. Опа, спасибо. Здорово. А чё за выживание креатив? Да я, наверное, откажусь. Меня даже приятель звал играть на днях. У него там с Южно-Сахалинска сервер. Я даже туда не зашел. Я сижу свое выживание потихоньку ковыряю. Я не думаю, что я сейчас на какой-то серп пойду. У меня просто печальная история. Мы очень много серверов с пацанами начинали, там раскачивали кооперативов, и потом все забрасывали. А че 1.16.5? Уже вышло сколько версий? 19, сейчас 20 выйдет. Я хочу 1.20 дождаться вишню, построить себе из нее, вот у меня деревню обустраивал, я хоть себе, не знаю, вишневый квартал или что-нибудь, в ожидании 1.20, короче.
Так, где лучник? Палки ему продать. Скорее бы 30 левел уже. Просто чантнуть свои сапоги. И лад. Вот шестой. К овечку коробка еще надо было. Давай, 30 левел, давай. Дожать. Хватит их лутать. Это 3000 на 3000 блоков, это же, наверное, небольшая карта. Если брать область обустроенная 3000 на 3000, это прикольно. Сама по себе карта, наверное, это небольшая. Большая? Хотя 3 на 3... 9 плюс нулей 3, 3 плюс 6 нулей 9 плюс 6 нулей получается 9 миллионов. Ну да, я ошибся, должен признать. А что ты ее прям обустраивал по многу? Ну закинь айпишник, я посмотрю по приколу. Я сейчас хочу еще своими делами здесь дозаниматься, но посмотреть можно. Я вот сейчас вот этот мир хочу обустроить как следует, потому что мы с пацанами дофига начинали. А, подожди. Блин, я сейчас чилю сижу, мне так впадло этим заниматься, я думал, если айпишник, по айпишнику просто зайти, но сейчас ничего личного, сейчас мне просто впадло этим заниматься, у меня час ночи, я уже в режиме экономии энергии полном. Там построил, можешь рассказать, в принципе. Я, может быть, какие-нибудь идеи есть привлекательные, я вдохновлюсь тоже что-нибудь построить себе. Я хочу здесь деревню обустраивать. У меня, я хочу протянуть ее вот так, сделать в биоме саванны,
потом протянуть в другую сторону, сделать в биоме джунглей. Я зашел на Minecraft Wiki и узнал, что, короче, Маджанги добавили деревенского жителя по... Блин, сейчас я буду делать тише, я не хочу, чтобы она меня перебивала. И... добавили, короче, жителей по джунглям. Их там вроде как такая прикольная одежка. Надо просто, чтобы они спавливались в джунглевом биоме. Ну, это то есть в ту сторону. Саванна, либо туда, либо туда. И туда просто, по сути, железку протянуть. Это, наверное, много времени потребуется. Мы создавали серваки с пацанами, скачивали там через сайт Майнкрафта папку там какую-то, просто базовый маджанговский сервер, который ты либо хостишь сам, поднимаешь вручную, либо платишь деньги какой-то конторе, она тебе хостит. Долго развивались. И так несколько раз было. Я думаю, даже страшно спросить, сколько на это времени потратил. Обычно, когда люди строят что-то в Майнкрафте, то там просто жесть. Это очень много времени расходует. Да, я представляю. Мы когда создавали серваки кооперативные с пацанами, все по сути упиралось просто в то, что либо хостинг денег стоит, о, все, наконец-то, блядь, моя цель выполнена, можно зачарить все сапоги и идти в ад. Пусть я добавил. Мы играли, все упиралось либо в то, что хостинг стоит денег, а если просить потом постоянно чувака просто поднять сервак, надоедает, потому что ребятам надоедает, они потом прекращают играть просто. Все, активировать защиту от Хоглина в воду. Блин, прочность не выпала, они будут рушиться, как я не знаю что. Так, одно железо, один кремень, не проблема. Сейчас, что там у нас? Надо сейчас еще вспоминать, на какой глубине лучше всего копается незерит. Минус 60 там или сколько? О, сразу грибный биом. А, я лук с собой не взял. Ладно, помимо гастапа мне может не понадобиться. И так я слишком долго в ад собирался идти.
75. В аду я обычно все засвечиваю плюс-минус, чтобы было, во-первых, видно, куда я передвигаюсь, маршрут. Во-первых, как-то приятнее. В аду кирка на заживление шмоток очень нужна, потому что адские камни, всякие такие блоки очень быстро ломаются, как и твоя кирка. И либо потом выбрасывать, либо новую делать. Орды минус 17-17, прикольная, даже легко довольно-таки запомнить. Базальтовые залежи. Адские пустоши. А, все, что я ковырял, это всего лишь два стака кремня. Даже при том, что у меня кирка на удачу. Ровно базаль. Сюда. Блин, что? Мухоморы на магне могут расти. Не отказался еще в ад прийти, чтобы у меня было несколько ведер, набрать просто лавы себе. Ай, мой лавовый крем. Ладно, 8 крема этого более чем достаточно. Так, если по-быстрому зайти на Майнвике, на какой высоте Незерит?
Так, зри. А, подождите, я не помню, древние обломки. Во-первых, Незерит по эффективности 7,2. Ну, кстати, это существенно. При том, что... При том, что эффективность 5 повышает копание или добычу процентов на 300 или на сколько-то там. Да, Незерит очень сильно скейлится относительно алмаза. Альтитуда 8,119. Ну, наверное, 50-60 тогда хорошее. Сейчас здесь будет добывание. От 8 до 119. Короче, 15 блоков. Блин. Не генерируется на открытом воздухе. Высота 15 блоков. 78. Блин. Понятно. По сути, когда ты строишь порт в ад, то у тебя сюда выдает довольно-таки приличную высоту. И если ты хочешь копать древние обломки, тебе всегда приходится спускаться ниже. Блин, сейчас. Интересно, из базальта есть лестница? Я вот не помню. Матки нету. Гриб покопался с помощью матки. Хорош тот патч, когда они добавили светогрибы. Они прикольные. И еще и то, что они возобновляемые или спавнятся потом. Магму делать из лавового крема. Че, выгодно ли это? Буду докапываться до Незерита.
Да, вот, кстати, в аду, я думаю, правило не копать под себя. Полная мере оправдана, блин, столько здесь славы. Жад так разбаланшен, что иногда бывает одиночный будет лава, когда ты просто купаешься в в шахте, могут быть возникать одиночные. Ну, все, этих крестов хватает. Как лучше постепенно буду прокапывать, не спешить. В аду всегда можно нарваться на лаву. Блин. А, ну вот этот водоем, он сюда не идет. Интересно, на магму ставится лестница? Она не горит? Нормально. А факел? Блин, факел ставится. Опа! Ну, начинается. Не говорите мне, что это все лавовое море. Биом. Да нет, незеровые пустыни. А, ну здесь так. Сейчас. Ну, было бы быть такая механика, допустим, в игре, что ты можешь лавового крема поесть, и у тебя немножечко резист к огню.
что официально высота для копания незеритовых обломков, ну, древних обломков, то есть незеритов. А-ха-ха. Ой-ой-ой. Не знаю, какой-то прикол от маджангов. Они придумали, что когда ты идешь копать незерит на подходящей высоте, что иногда встречается одиночный блок лавы, который тебе должен всю малину испортить. Если, допустим, с ведрами приду, просто ведрами это легко фиксится. Добываешь, что это черный камень. Ставишь печки. Печки подпитываешь ведрами с лавой. Потом. Ну, получаешь адские кирпичи, переправляешь просто на зарак. Давайте первый, хотя бы я свой незрит найду, там сейве ачивку получу. Я, наверное, сейчас этот трек добавлю в плейлист. А он весь целиком трек. Ну ладно, я просто хотел отдельно какие-то треки добавить. У меня есть плейлист попсы популярной и знаменитой. Просто по приколу составил его, если пригодится. О! Все. Древние обломки. Рядом нету. Единичный.
Прикол, да, вот все под ноги печки закидаю. Буду ходить потом по горячим печкам. В общем-то, всем счастливенько. Мои не столь грандиозные цели на сегодняшние посиделки выполнены. Все. На этом нормально. Пока что и закончено. Дальше еще что-то.